он мокрый, по всему капли даже висят еще вот. По всему периметру вот здесь вот все вот так вот текло сюда. Людмила Перевеслова только недавно сделала своей квартире дорогостоящий ремонт. В одночасье из-за большого потока воды пришлось проститься с новеньким кафелем, натяжными потолками и плафонами. Женщина живет на третьем этаже. Первая мысль – затопил сосед сверху. Выглянув на улицу, стало понятно, в такой ситуации оказались все жильцы пятиэтажки. Около 2 часов дождь начался сильный, и ванна у меня по вот этой задней стене потекло. Я думала, у соседа сверху что-то затопило на 4-м этаже. Я выскакиваю, а он тоже выскакивает. У меня, говорит, здесь, говорит, и в прихожей вода, и в ванной вода. Везде вода по стене течет. Раньше дом был на балансе агроуниверситета. Здесь частенько протекала кровля, но проблему устранили, и более 10 лет жильцы жили спокойно. Однако внезапный ливень напомнил о прошлых бедах. С 2000 года и даже немножечко, может, раньше уже не было таких проблем. Не текло у нас ни по перилам, ни в подъезд не текло. Вот. А это вот как компания в прошлом году, они как бы вот заключили там с ними этот самый, говорю. У меня вот первая квартира здесь угловая, первый этаж. Вот. И я как-то слышу шум такой ужасный, думаю, что же там такое делать, что-то обвалилось, что выхожу, они сбрасывают с крыши железки там, вот, вот такие уголки, листы железа. Всему виной управляющая компания ООО ГУК Симферополя. В один голос утверждают жильцы. После недавнего ремонта крыши в квартирах сначала появился странный шум, а потом и вовсе потоп. Генеральный директор компании уверен, вода просочилась из-за того, что забились ливневки. Недавний ремонт ни при чем. Был произведен частичный ремонт кровли. Мы устранили все неполадки, поменяли новые козырьки. Здесь вообще их практически не было. Мы установили новые абсолютно. То, что жильцы говорили, что сбрасывали металл, конечно, это все неправда. Убирался старый, остатки того, который был. На данный момент просто-напросто забилось ливневый слив. Дмитрий Бравко заверил, что больше такого не повторится. Но находясь на крыше, в это с трудом верится. Ремонт кровли оставляет желать лучшего. А что же касается испорченного имущества, то доказать свою вину управляющей компании жильцы будут уже в суде. Мэри Бадунс, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.